Остановите венчание! Это роковая ошибка. Джейсон, нет. Не хотелось говорить при всех, но она ему не пара. Ты сам вчера говорил. Нет, я не... Не ожидал такого поворота. Алло? Джейсон, ты мне нужен! Наконец-то я дохну от тоски. Сейчас тебе станет весело. Я стою голый посреди Мексики. Я примчался в отель, чтобы вернуть Трейси, но пришлось делать ноги. Они забрали у меня машину и одежду. Я должен был жениться, наслаждаться медовым месяцем. Но из-за тебя начался весь этот гемор. Ночью койоты отгрызут мне пенис. Чувак, я спасу твой пенис. Эй, не стреляйте в меня! Откуда он взялся? Кто знает? Я верну вам весь кокаин! У нас большая проблема. Так с кокаином не поступаю. Нардо в Мексике, и он в полной заднице. Надо его выручать. Может, прокатимся в Мексику? Нет, 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 нет! Прости! Для поездки в Мексику нужна виза. Дорогой, в чем дело? Кто вы? Друзья Кенни, подделываем документы. Вообще-то они дали мне баксы, чтобы сфоткать мои яйца. Это спасательная миссия, но без машины. Трейси! Трейси! Нардо, где ты? В мексиканской тюрьме. О, черт! Кто это? Подкати к ней, не дрейф. Уверен, что хочешь этого? Да, уверен. У нас секс? Нет. Стой. Хочешь забрать почку? Да. Вообще-то это делают со спины. Так делают врачи, а мы будем резать пузо, пока не найдем почку, вырвем ее и свалим.